Здорово, чаток, здорово, всем приветик. Все-таки обратно Dot Plus возьму. Dot List, блядь, ну слишком хорош. Пускай он и ограничен, но он, сука, слишком хорош. Здорово, чаток, здорово, всем приветик. Так, чё, давайте рассказывайте, как Dota Plus дешевый сделать. Махинаторы. Перераспределение подписки в системе профиля. Я вроде нажал продлить, но что-то нихуя. Dot List хочу обратно. Продление автоматом снимается с карты, а не со счета системы, как я поняла. Почему так по-дурацкому сделано? Dota Plus месяц подписки продляется автоматически. Дата следующего платежа 1 мая. К оплате 290 рублей. Но у меня и деньги не сняли со счета. И Dota Plus не дали. Странная хуйня какая-то. Сейчас у меня нормально показалось, что подписка активна. Деньги сняли. Сейчас у меня забрали деньги. А Dota Plus не дали. О. Да. Да, завалил. Так, а у меня Dota Plus остался. Да, вот они. Худшие из худших. Да, я из-за Dota Plus решил все-таки вернуть Dota Plus. Я маны нет. Да, так забыл, что надо все говорить, блять. Играй в StarCraft нахуй. 10-й Хускар на 9-й минуте приходит вниз, нахуй. Нормально, нормально. Нормально, неплохо. И, конечно же, хорошо. Неплохо, и, конечно же, хорошо. Вот этот еще медовый висп, блять. Да, блять, ты заебал так холодить. Че? Вот ты сам говоришь, все надо говорить. Вот я тебе сказал стак. Че ты сделал? Кем бы его не убил. Кого не убил? Ну, стак. Два не зафармил. Долго было бы. Ладно. Я слабенький еще. Да не, причем тут нервы, это исключительно его проблема, что он такой хуевый. Да ладно, партишка, я бы убил. Это же висп, который не ошибается, 0.6 висп. Каждую ошибку замечает. Ути-ути, поджег мой пол. Да хватит, ребят. Ути-ути, блядь. Сука, тебе че, 0? А вот они сами на нас напали. Можно что-нибудь придумать. А что, говник, говник? Сильверка, да, сильверка, да? А это что? Дождем друзей хотя бы вот этого. Не, Хускара можно убить? Можно убить Хускара, я думаю. Думаешь? Ну, окей. У него тут друзья есть, меня не пропустили просто к тебе, друг. Мы убили антимага и Хускара. Тут все еще вигер. Далеко убежали, если вспомнил. А, не, файн. Через 3 минуты максимум будет на кросс. Блять. Я плохо сыграл. Не зачекал аганим в прошлый раз. Я был уверен, что там нет аганима, но он забыл. Зачем вы с ним разговариваете? Замутайте его, пожалуйста. Давайте мы попробуем что-то сделать с этой игрой. А смысл? Они сейчас забирают третьего Рошана и все, это конец. Нам никак не отдать преимущество больше 10 тысяч. Тогда выйди из дота. Вот таких вот фрагов должно быть штук 20, чтобы мы хоть что-то могли сделать. Помочь, помочь. Сами на Рошана сейчас идем. Т1 в меди забираем, и Рошан в том. Он сам нормальный. Ладно, надеюсь, ты взял это из побуждений. Потому что, блять, крокодил заберет, правильно? Да? Антимага можно. Антимаг. Я бью крокодила. Хилил Леона. Вот, Хускара, вот Хускара можно поймать. Да, го. Он вот тут. Нет вижена. Найс. О, он фидить идет, фидить идет. Ебать, слабый. Можем в трон войти. Так, да, тут трон просто.
Враг сдался, можно что? Ламыч, спасибо за игру, спасибо за стримы. Я твой единственный зритель. Блять. Репорт киньте Веспу прямо сейчас. За что угодно, за что угодно. Конечно, проиграть. И ищите потом в прошмандовках, блять, патруля нахуй доты. Ну я очень сильно сыграл. Эту игру очень сильно сыграл вообще. Что я хотел Dota плюс вырубить? Я хочу вырубить, короче, советы по скилл билду. И хочу выключить Netwars рекомендованный. Нет вообще, да, настроек никаких Dota плюс. Вообще, наверное, в этой игре вместо Таника, наверное, лучше Скади смотрелось бы, да? Но там и так Хускар хуй сосал вообще жестко. А в конечном итоге сдался, блядь. Нормально стоял один, а потом пришел и сдох. Теперь ненормально, блять. Иногда лучше, чтобы тиммейты вообще не приходили быть на лайн, конечно. Ну так нельзя делать. Просто потратили, будешь брать. Блять, какой же слабый Абадон пришел, это пиздец. Ну нахуй он пришел. Вот я реально соло стоял, заебись. Чего там делать на Абадоне? Блять, он просто ходит по лесу. Вдоль лайна. Умирает. Я иду к тебе. Вы должны Зевса тоже убить. Ебать он быстрый. Мана. Если так, то это хорошо. Хули ты кастуешь? Я даже тебя не бью, блядь. Бабку убейте, пожалуйста, нахуй. Я без ТП, парни, осторожно. Я хилю. Ебать, так больно. Это сзади зашли. Бита. У меня урса. Бать, ёбка катастрофическая. А ну-ка мы деремся, но она. Хорош. Надо было защитить тиммейтов. Они нападали. Просто защищались. Спасибо за игру. Спасибо за игру, удачных. Потом, когда лига будет, выстави ПЖ дерево на атлас, потом ладно. Тебе зачем? Может быть, ты не хочешь фармить тот контент, который я собираюсь фармить. Может, я собираюсь фармить, блядь, блайт с метаморфами. У тебя же очко, блядь, на затылок уедет от такого контента. Когда будет луп хира? Сегодня. По времени через сколько? А в пределах 24 часов. Блядь. Ну давай так, вот если сейчас доту за 5 минут не находит, да, то пойдем в залупу хиро уебать. Луп хиро — это вчерашняя игра, которую победила на аукционе. Ну это последняя чат, это ласт. Видел игру Туник? Да, видел. Мультяшная продесенка. Его похождения неебические. Блин, да дайте на тонике поиграть. Аркварден. Аркварден. Ливнуть что ли нахуй вам? Да, я вернул Dota Plus из-за этого. Бан-листа, дождь-листа. Вот. Все-таки слишком охуенная функция для Dota. Ля какая там стоит. Ну ты, короче, можешь добавлять вот в этот дождь-лист челов, с которыми ты больше никогда не хочешь играть в одной команде. Но это платно. Блять, я в крипах застрял, блять. Это я ненавижу игры с арком, блять. Это такая залупа. Супер неинтересные игры. Настолько неинтересно, что я даже думаю, может, не крокодила банить, а арка, блять. Умник пятерка тоже такая хуета. Он просто, блять, стоит и все. Как-то сохранять хорошее зрение, нормальный сон. Нет, просто я правильно пользуюсь монитором.
Как бы это смешно не звучало. Достаточно просто на монитору, нет, недостаточно. Самое главное, нужно сидеть в освещенной комнате. Меня подцепили. Шо смех, ты сам видишь оракла одного. И не прыгаешь. Ну, в этой игре вообще нехуй делать, блять. Не, надо банить Арквардена нахуй. Вообще залупа, а не игры. Арк, наверное, сейчас... Вот раньше был минер, самый неприятный герой, с которым, блять, вот можно было поиграть. Теперь это Аркварден нахуй. Просто залупа, блять, а не герой. Что за тебя, что против тебя, вообще плохо. Плохо. Не хочешь себе личного тренера? Очень хочу, пиздец. Вот сидел и думал, блядь, сейчас бы, блядь, потренировал, кто играть в доту. Охуеть. В целом дэмэдж есть, да? Ну, там просто суми по настолько дохуя ловкости уже. Ёбнешься. Вот эта падла ебаная всегда приходит фармить там, где я, блядь, фармлю. Ты игры покупаешь в Стиме, currency на платиру покупаю. Там дохуя трейдеров есть, которые предлагают Steam currency за руб. Никого не буду рекламить конкретно, но там есть один чел, который продает с комиссией 10%, если ты больше 5000 рублей кидаешь. Вот ошибся, Подхилю. Сам похилюсь. Спасибо за игру. Охуеть, у нее бубы огромные в этом костюме. Не видно. Эх, жаль вас, конечно. А вот мне видно было. Так, залупа хиру. Бач, бач. Фермерская коса. Так, и чё? Это типа просто пассивки крафч? Раз в два дня создает ожогового червя. Ебать. Ну давай попробуем. Ожоговый червь. Обалдеть. Еще одна казна. Обалдеть. Ебать. Это кто, блядь? Ага. На бэклайне стоит. Понял. Щит 1.2 регена. Надо такое, надо. А от чего зависит появление на бэклайне? О, ебать, нормально. Так, разбойники в первой локации ничего не делают, да? С ними просто попиздиться можно. Я тогда оставлю забвение. Да, они особо ничего не делают. Когда презентация по лиге, 5 мая. Смотреть на стриме будем обязательно. Здорово. Что-то ебальник нормально так мой просаживается. Ну и говно сыпет, конечно. О, ебать, пошло, пошло. Пошла насыпь. А чё у тебя червячки, блядь? Не понял. Как это возможно? Согласен. А чё это у него червячки, блядь? Заткнись, нахуй. Не, ну так-то нечестно, блядь. Но все равно сосешь, блядь. Немыслимая чушь. Не понимаю. Придется понять, ебать. Долбоеб, нахуй, бесплотные. Так, продолжить, побегать, пофармить. Да не, нахуй. Нормально. Догмат делает свое. Бля, это же очень жесткая пассивка, конечно. Ща приду. Регенерация удваивается. Мы играем через регенчик, получается. Жень, ты играл в Вальхейм? Нет, не играл. Не буду играть. Казна! Обалдеть! Она существует, чат. Ты прикинь.
Обалдеть. Ореховая смесь. Плюс 2 максимального здоровья за каждое очко защиты у героя. Вон. Нихуя себе. Восьмой топор, блять. Погнали. Хуёвый армор. Ебать. Нихуя. А это хайпово, блять. Так, выдает полную руку карт забвения. Сейчас чуть попозже нажму. А, мне скала нужна. Точно. А все, меня уже не убить с таким регеном вообще. Ай, блядь, больно стукают. Ребята, не надо нахуй! Сука. Что-то немножко перееблянил. Так, могу взять все и потеряю какие-то черепки. А черепки это что, чат? Для этого и нужны? Что-то переебланил немножко. Надо было все-таки дапать что-нибудь. Ой. Фух. Чат, здорово, как дела? Бесоюбим. Понял. Да блин, ответьте кто-нибудь, что ответить? Как он файты ускорил? Вот, часики. Пожалуйста. Ну вы чаты игнорщики, блин, блять. Не, ну я... В шоке, конечно. Бля, ну сейчас брать забвение, это ошибка вообще. Давай таран. Таранить будем супостатов! Можешь сказать, про что игра? Про чела, который ходит по кругу. На вас мне похуй, парня. Не, ему пизда, у меня догмат. Как возможно, вот так, блядь. Я тебя ебал, и все. О, он мне только снял щит догмата, и тут же пизды получил. Дай уже арморчик какой-нибудь нормальный. О, тихо-тихо-тихо. Да, это хороший армор. Класс Некромант. Ну давай попробуем. Найт шмотки. Качество призыва. Так, это что значит? Более пиздатых клиентов шанс призывать. Что-то пока выглядит как вообще имба, пиздец. Ебать. Нихуя! Это что за третья билка такая? Обалдеть. А сколько кап качества призыва? 100%, да? 100% это означает, что постоянно будут появляться с блейдами всякие, защитники, да? Бля, ну это имба, пиздец этот класс. Я вообще каждый ход почти нихуя не теряю. Вообще. Ну, в смысле, почти нихуя не теряю каждый ход. Вот сейчас мне чуть-чуть пиздов дали, но тут появился танк, все пизды на себя принял. К скелету бишь противника полностью исцеляется. Также лист сыграл до конца боя. По-моему, так все. Ну ладно, давай возьмем. Ебать, меня заносят, по-моему. Очень сильно заносит. Так, качество призыва я не хочу убирать. Бля, вот чуть-чуть не хватает левела скелетов, чтобы класса там была. Книжка на плюс один скелетов. И при этом она повысила левел еще. Ебать. Больновато чуть-чуть. Нормально, нормально, нормально. Качество призыва чуть повыше. Уклонение защита. Ну нахуй мне уклонение защита. Меня не бьют, блядь. Этих долбоебиков бьют. Ебать, битва. Серьезная была сейчас. Меня даже очко поджалось немного. Че лучше, плюс один уровень скелетов или плюс один скелет? Мне кажется, все-таки плюс один скелет поинтереснее будет. Здорово.
Нихуя ты серьезный, блядь. Нихуя он серьезный, блядь. Это что за ресурс такой? По-моему, это очень хороший ресурс какой-то. Нихуя пачка. Но у меня серьезнее, ребята. Кольцо 8 левела, макс скелетов плюс 1. Блять. Вот в начале игры бы это получить. Бать, хайпово было бы. Черектор интересный. Так, все, что, кап фарманули, идем к выходу. Главное, я засноуболил. Слушай, ну вот я первый раз на нем играю, сразу засноуболил. Тут типа главное контролить качество призыва и уровень скелета. Все вообще. Все. Это, бля, весь характер. ГГ. Не-не, буду спрашивать, что случилось. Это что, блядь, шутка какая-то или что, нахуй? Да блять! Ну что это? Блять, вот на днях хотел все-таки зайти обратно в папку, но что-то, блять, резко перехотел. Чего это? I'm blind. Нихуя! Разводка на лоха, блять. Ну, если я эту книжку возьму, то минус левел будет. Моих челобасов. Я не думаю, что это хорошо. О! Бля! Два или три, быстро. Быстро. Тут плюс один. Давай орду. Пока болото не буду ставить. Бля, ну вампиры на болоте ебать сосут хуй. Вообще, блять. Во втором акте бандиты пиздят шмотки. А они какие шмотки пиздят? Которые на тебе надеты? Надеты. А как это, ну типа... Как они пиздят? Ну в плане, типа, что должно произойти? В смысле, вот я начинаю драться с бандитами, и хуяк шмотка исчезает? Или что? Просто шанс при атаке имеется. Хе-хе-хе-хе. Орда с амбициями, по-моему, это мегапок. Усиленные это скелеты. Quality скелеты, короче, да? Попробую контрнаступление. Ну, вообще неплохо. Контрнаступление, я тебе скажу. Бля, мне так нравится, как я мапку построил. Прям очень нравится. Она даже красивая, она даже сексуальная, я бы сказал. Обалдеть! What the hell is that ring, boy? Ебать! Чё за хуйня? Ебать. Это я понимаю колечко, блядь. Колечко для ёбки нахуй. Так, ну это тогда нахуй не надо, блядь. Обалдеть. Миррорити-пог. Это миррор, блядь, я тебе говорю. Всё, чё, F? Нихуя у тебя, блядь, 5 мирроров? И огромные буба. Можешь, пожалуйста, перестать. Значит, это из-за тебя кругом творится кавардак. Перестать что? Перестать все это, сопротивляться, бороться за старый мир. Он неизбежно сотрет все. Мне жаль, но так должно быть. Ага, на то же самон. Но ей что-то плохо очень.
Это маг засолил на бэклайне. Че там маг вообще засолил на бэклайне жестко, блядь. как же больно каждый раз, как первый, никак не привыкнуть. Кажется, она испустила дух. Слава верит, что это бездыханное тело вернется к жизни. Но даже если так, похороню ее как подобает. Да нахуй она нужна, блядь. Так, это какая-то жесткая арба, да, чат? Это брать? Ну давай. С возвращением, это у тебя кусок стекла торчит из плеча. Шо, ох, я не заметил, дело даже не в низком болевом пороге. Честно говоря, я немного шокирован. Ну, вообще, я некромант. Это какие-то особые карточки, я только одну могу взять. Создает дополнительную ячейку для предметов. Понижает качество предметов на 15. Это как это? Лабиринт памяти. Ничего не делает, занимает много места. Обалдеть. Нихуя ты психанул, блядь. С дороги я должен... Миночка, почему ты похож на меня? Я твой большой поклонник, деревья много нашептали о тебе и даже создали меня в твою честь. Я был бы рад отойти, но не умею ходить, видишь ли, я тут вырос буквально. Бля, неплохо, хорошая. Ага, сруби меня, блядь, нахуй, умоляю. Не хочу заставлять работать, но иначе тебе не пройти. Но руби сильнее, ведь я буду бить в ответ. Чью? Мне очень жаль, но лес видел, как ты сражаешься, и это он тоже вложил в меня. Поверь, мне не хочется тебя бить, но я не могу ослушаться леса. Как скажешь, вот здесь хорошее место для удара. На нахуй. Что ж, не ожидал такой благодарности от мира за его вспоминания, как и не ожидал такого душевного диалога от куска полена. Неплохой был парень, мир его праху или зале там, их, блять, бывает. Нихуя армор. Выходи, попиздимся. Усталость. 8 армор дал. Что там еще есть, что набить по карманам, да? Юзай забвение на скале. Юзай туалетную бумагу на свое очко. Оно будет чистенькое, стакается хорошо. Привет, ты кольцо почему не одеваешь? Вот одета. Вот видишь? Моя прелесть! Гуау! Гуау! Сука. Легко какое, нахуй. Отличная конструкция, крепко, надежно, функционально, говорю. Даже почти начала верить в это. Мои парни неплохо натренировались видеть в этом тумане. Они поддержат тебя в сражении, если арбалетный бул достанет. А кого давно уже феста? Сказали, что ждем конца конфликта. Мы пока ничего не можем. Угай, что думаешь? Ну, ждем что. Там Twitch запускает сейчас новую хуйню. Ну, точнее, обрабатывает. Что, типа, партнерам платить меньше. В скобочках 0 минус... 0 равно 0, чтобы можно было стримить, типа, на других платформах. Это классно будет вообще. Ну, снятие эксклюзивности, это классно будет. К оружию, блядь. ОМОН, ОМОН призови, блядь. А, некролит. Вообще спокойно его убивает. Некролит, некромант. Непростительно. Да здесь мне похуй. Так, что там за шмотки? Если шмотки хорошие, можно продолжить. Плюс 2 левела скелетом. Ну все, можно продолжать в целом. Под фарм. Сколько ты получаешь за стрим с донатов, если не секрет? 1000 рублей где-то. Это еще не шутка. Если вы подумали, что я шучу. Вот открываю, да, ебать. Ну и вот как бы, пожалуйста. Вот тут как бы. В среднем косарик, типа. Я и не жалуюсь, я наоборот говорю, что, ребят, не нужно донатить. Вообще не парьтесь по этому поводу. Лучше себя порадуйте, купите себе что-нибудь вкусненького. Донатить вовсе не обязательно. Я получаю довольно солидные деньги с рекламы.
Речь идет не о 1000 рублей и не о десятках тысяч рублей. Еще плюс левел скелетов. А, не, хуй там. Хватит левела, чат. Математики есть великие? Левел останется скелетов. 6.15 будет. Сука. Ой, блядь, ладно. Все, понял, блядь. Нихуя. Отныне Астрал Ассасин получает статус низший математик, блядь. Понятно? Ну ты и сука, сука. Так, можем исправить ситуацию вот таким способом, да? Но это уже костыли пиздец. Просто пиздец костыли. Благодарим низшего математика. Ладно, надо самому просто играть, а не... что-то там пукать. Не понял, а чё я сдох-то? Я на болоте, ебать! Но это плюс очень много опыта сейчас. Это плюс очень много опыта игрового. Не только для меня, но и для вас, кто в эту игру тоже играет. Обалдеть. Это, блядь, very unfortunate. Подув мне в горн, блядь. Реально, сука, поддув не в горн, блядь. Я был юнгой в подсобке, а теперь настоящий капитан кузнечного линкура. Йо-хо-хо, моя очередь держать печь по ветру. Жди поставки за мой плавающего порта, клещи его, дери, блядь. С этого момента, как только отшвартуешься в свой поход, твой оружейный трюм будет полон. Бля, это очень досадно сейчас было. Заебись! Кольцо 4-го левела равно кольцо 1-го левела, блять. Может нахуй? Это будет ремастер Doom 3, будешь играть? Так он уже есть. Нет, не буду, потому что это дресня. Нихуя колечко, блять. Да, это кольцо хайпа. Уф, ебать. Уф, нихуя. Плюс 2 левела просто сходу. Так, математики, ебать. Сверху 1.36. А, 5. 5.36 сверху. А, вот это, значит, получше. Я, блядь, математик, нахуй. А, время уже 5 утра. Понял вас. Понял вас, блядь. Я-то думаю, чё, у меня уже светает чуть за окном, нахуй. Понял вас, блядь. Не, я вас понял в целом, в общем. В целом и в общем я понял. Как раз что за игра. Ты чел, который ходит по кругу и пиздит челов. Спасти кого надо, этот мир спасти. Потому что какого-то хуя все пропадает. Что-то у тебя некромансер, не въебой, какой-то проиграй, можешь вообще? Не, тут хорошо все сложилось. Очень, очень хорошо прям. Я бы даже сказал. Мне просто похуй теперь. Так, математики нахуй великие, блядь. Это больше. Да. Так. Нахуй. Напряг мозги. Блять, сложно. Чё больше? Чё больше? Так, сверху 6.40. 6.47 снизу. Вроде бы больше, не? Блять, обсчитался. Не, хуёво математика. Время 5.45 московское. Сейчас уже проспаться будут, блять. И заходить, писать. О, ебать. Я поспал, а ты всё ещё стримишь, зверь. Вот это вот. Забавно, знаете, что за рогу? У него, короче, базовый вампиризм 5% есть. Ну, то есть, вот вообще 0 шмоток, у него 5%. Но, сука, на шмотках вообще нет вампиризма, блядь. А какой, в чем смысл тогда? И пошел на Next, да? Блядь. Сука.
Ну проебался, да, чё? Что, блядь? Зато 14-е шмотки есть, блядь. Охуеть урон. Ебать, что? Не, ну это реальное обалдевание происходит. Регенерируйся, сука. Минус 2 черепка. Ну, что-то в долгую играть на роге... Такое всем. Чатик, всем спокойной ночи. Счастья, здоровья. Благополучия. Давайте, чатик, ББМ. Спокойного утра уже получается. Давайте.